Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Как мы и говорили в прошлое воскресенье, что сегодня мы будем говорить о Евангелии. Kā mēs teicām pagājušajā svētdien, šodien mēs runāsim par evaņģēliju. И я так подумал, es tā padomāju, что мне историю в 6000 лет, то, что Бог уже делает, kad stāsts, kas ilgst jau 6000 gadus, надо рассказать за 6 минут. Ir jāpastāsta par 6 minūtēm. Не, ну шучу. Joks. 6 Божьих минут. 6 Божьих минут. 6 Dieva minūtes. У него 1000 лет, как один день. Viņam 1000 gadi ir kā viena diena. И один день, как 1000 лет. Un viena diena kā 1000 gadi. Шучу, я не буду проповедовать так много. Es varbūt nerunāšu tik ilgi. Но, varbūt. Но хочется важные вещи сегодня напомнить нам, а для некоторых из нас, может быть, это будет новое. Gribas atgādināt kādas svarīgas lietas, kādam varbūt tās būs jaunas lietas. Поэтому давайте сразу пойдём в историю. Tā, uzreiz iesim stāstā. Хочу соединить сегодня историю. Šodien vēlos apvienot vēsturi. Вместе с основами. Kopā ar pamatiem. Которые Бог дал нам. Kurus Dievs mums ir devis. И с которыми Бог обращается к миру. Un ar šiem pamatiem, ar šo vēsti Dievs vēršas uz pasauli. Чтобы у нас было твёрдое основание. Lai mums būtu spēcīgs pamats. Но также, чтобы мы нашли в этой истории себя. Un lai arī mēs varētu šajā stāstā atrast sevi. Так представьте, что вы родились около 2000 лет назад. Tātad iedomājieties, ka jūs esat piedzimuši apmēram 2000 gadus atpakaļ. В стране, которая сама по себе религиозная. Valstī, kura pati par sevi ir religiozna. Там по идее все верят в Бога. Tur pēc būtības visi tic Dievam. Закон страны – это Божий закон. Dieva, valsts likums ir Dieva likums. И все люди с самого детства слышат эти законы. Un visi cilvēki, kas tur dzīvo, jau no bērnības dzird šos likumus. Скорее всего, мама герою, о которой мы сегодня будем говорить, на ухо в детстве шептала молитвы. Visdrīzāk tam varonim, par ko mēs šodien runāsim, mama jau no bērnības ausī čukstēja lūkšanas. В которой провозглашала, что Господь твой Бог един есть. Kurās pasludināja, ka Dievs tavs kungs ir viens Dievs. Эта женщина, возможно, как и ты, с самого детства слышала религиозные мотивы. Šī sieviete no bērnības, iespējams, tāpat kā tu jau no bērnības ir dzirdējusi reliģiozus motīvus. Но эта страна находится в пленении. Bet šī valsts atrodas gūstā. Римская империя пришла, римляне пришли и захватили Израиль. Romas impērija ir atnākusi un ir iekarojusi Izraeli. И поэтому устои общества понемногу начинают меняться. Un tāpēc to, kam tic, šī sabiedrība sāk pamazām mainīties. И вот ты живёшь, растёшь. Un tu aug, dzīvo. Ты видишь с одной стороны религиозные устои. No vienas puses tu redzi kādas reliģiozas pārliecības. С другой стороны ты видишь другой мир. Bet no otras puses tu redzi citu pasauli. Мир разврата. Kas ir nešķīstības pasaule. Мир, где Бога не почитают. Pasaule, kur Dievu negodā. И более того, этот мир пришёл в твою страну и вас захватил. Un vēl vairāk šī pasaule, jaunā pasaule ir atnākusi tavā valstī un to ir iekarojusi. И ты растёшь среди этого. Un tu aug starp to. То же самое, как и мы с вами. Tāpat kā mēs ar jums. У нас перед глазами каждый день две картины. Mums arī acu priekšā katru dienu ir divas bildes. Есть люди, у кого одна только. Ну, ir cilvēki, kam ir tikai viena. Или в ту сторону. Vai uz vienu pusi, vai uz otru. Ну, куда устремлён взгляд. Tur, kur mēs vēršam savas acis. Но встречаемся мы. Bet sastopamies mēs. Со всем, что есть в этом мире. Ar visu, kas notiek šajā pasaulē. А это и хорошее. Tas ir gan labais. И плохое. Gan sliktais. И вот женщина, о которой мы сегодня поговорим. Un tātad sieviete, par kuru mēs šodien runāsim. Иоанна 8 глава. Jāņa 8. Nodaļa. Со 2 по 11 стих. No 2. Līdz 11. Pantam. Rano utram on opäť byl v chrame. Речь идёт об Иисусе. Вокруг него собралось много людей, и он сел и стал их учить. Учители закона и фарисеи привели женщину, уличённую в супружеской измене. Они поставили её перед народом и сказали Иисусу: «Учитель, мы поймали эту женщину на месте преступления, она изменила мужу. Моисей повелевает в законе побивать таких камнями. А ты что скажешь?» Они спросили это, чтобы найти повод уловить Иисуса в чем-либо и обвинить его. Иисус склонился и писал пальцем на земле.
Они упрямо продолжали его спрашивать. Тогда Иисус выпрямился и сказал: «Кто из вас без греха, пусть первым бросит в нее камень». И он опять, склонившись, продолжал писать на земле. Тогда они начали по одному уходить, начиная с самых старших. В конце концов остались только Иисус и женщина. Иисус выпрямился и спросил: «Женщина, где твои обвинители? Разве никто не осудил тебя?» «Никто, Господин», — ответила она. «И я тебя не осуждаю», — сказал Иисус. «Иди и больше не греши». Tātad Jāņa 8.2. panta. Agri no rīta viņš atkal gāja templī, un visa tauta nāca pie viņa, un viņš apsēdās un mācīja viņus. Bet rakstu mācītāji un farizēji atveda sievu, kas bija pienākta laulības pārkāpšanā, un to vidū nostājuši. Tie sacīja viņam: mācītāji, šī sieva pienākta laulības pārkāpšanā, un Mūsu savā bauslībā mums ir pavēlējis tādus nomātāt akmeņiem. Ko tu saki? Bet Jēzus pie zemes noliecies, rakstīja ar pirkstu smiltīs. Kad nu tie uzstāja viņam ar savu jautāšanu, viņš pacēla galvu un sacīja: kas no jums ir bez grēka, tas lai pirmais met akmeni uz viņu. Un tad atkal noliecies, viņš rakstīja smiltīs. Bet tie to dzirdējuši aizgāja cits pēc cita, sākot ar vecajiem. Un Jēzus palika viens līdz ar sievu, kas vidū stāvēja. Un Jēzus atkal galvu pacēlis, sacīja viņai: sieva, kur viņa ir? Vai neviens nav tevi pazudinājis? Viņa atbildēja: neviens, kungs. Tad Jēzus sacīja: arī es tevi nepazudinu. Ej un negrēko vairs. Смотрите, она, как и мы, росла в, образно, скажем, в христианской стране. Viņa auga, nu, nosacīt sakot, tādā kristīgajā, религиозной стране. Религиозā valstī. Мы тоже с вами в основном все из стран, которые основной своей религией называют христианство. Mēs arī esam no valstīm, kur cilvēki savu tādu religiozo pārliecību sauc par kristietību. И я не знаю, по каким причинам. Un es nezinu, kādu iemeslu dēļ. Я не знаю, что у неё в жизни произошло. Es nezinu, kas viņai dzīvē ir noticis. Что было с её родителями. Kas bija ar viņas vecākiem. Но почему-то она пришла к моменту. Bet kaut kāda iemesla dēļ viņa ir nonākusi līdz brīdim, что несмотря на Божий закон, ka neskatoties uz Dieva likumu, она идёт и изменяет своему мужу. Viņa iet un pārkāp laulību. Мы не знаем ничего об этой женщине почти. Mēs neko daudz īstenībā nezinām par šo sievieti. Мы даже не знаем, была ли она вообще когда-то религиозной. Un mēs pat nezinām, vai viņa kādreiz vispār ir bijusi religioza. Но из-за того, что в то время, bet dēļ tā, ka tajā laikā римляне правили в Израиле. Ромеши valdīja Izraēlā. Евреи уже не могли так взять и побить человека камнями. Ebreji jau nevarēja tā uzreiz iet un sist ar akmeņiem, nomētāt ar akmeņiem cilvēkus. И поэтому я допускаю, un tāpēc es pieļauju, что у людей было больше шансов грешить. Ka cilvēkiem tādā veidā bija vairāk iespēju grēkot. Потому что не было наказания. Jo nebija sots. Именно смертельного. Tāds nāves sots. Им уже нужно было разрешение у римлян для такого суда. Viņiem jau vajadzēja jautāt atļauju romiešiem. И по каким-то причинам эта женщина пришла. Un pēc kaut kāda iemesla dēļ šī sieviete atnāca. К моменту в жизни. Līdz brīdim dzīvē. Когда она начала грешить. Kad viņa ir sākus grēkot. Она не была с Творцом. Viņa nebija kopā ar Radītāju. Иисус задаёт ей вопрос. Un Jēzus uzdod viņai jautājumu. Где твои обвинители? Kur ir tie, kas tevi apsūdz? Тебя что, никто не осудил? Vai tad nav tevi neviens notiesājis? И у меня появляется вопрос. Un man rodas jautājums. Каждому из нас. Katram no mums. А было за что осудить её? Vai bija par ko notiesāt viņu? Было. Vai bija? Это одна из основ, которую нам важно понимать в наших отношениях с Богом. Tas ir viens no pamatiem, kurus mums ir jāsaprot mūsu attiecībās ar Dievu. Galatam 5. glavā. Galatiešiem 5. nodaļa. С 19. по 21. стих. No 19. līdz 21. pantam. Дела греховной природы известны. Это разврат, нечистота, распутство, идолопоклонство, колдовство, вражда, споры, ревность, ярость, честолюбие, раздоры и разделения, зависть, пьянство, оргии и тому подобное. Еще раз предупреждаю вас, те, кто этим занимается, не наследуют Божьего Царства.
Galatiešiem 5, 19, 21. Bet zinām ir miesas darbi. Tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, elku kalpība, buršana, ienaids, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildes, šķelšanās, ķecerība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tamlīdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, ka jau esmu senāk sacījis, tie, kas tādas lietas dara, nemantos Dieva valstību. Ты знаете, как в еврейской больнице. Ебрея слимница. Везде есть что подлечить. Висюр ирко пелобот. Везде есть что подлечить. Висюр ирко апарсет. Мы все с вами согрешили. Мес виси асам грякоюш. И апостол Павел учит нас. Он апостол Павел смаца мус. Что Бог дал нам закон. Ка Dievs mums ir devis likumu. Чтобы указать на этот грех. Lai uzrādītu šo grēku. Показать проблему. Lai parādītu problēmu. И у каждого из нас. Un katram no mums. Это свой грех. Katram no mums tas ir savs. У каждого из нас своё падение перед Богом. Katram no mums ir sava krišana Dieva priekšā. А некоторые из нас. Un kādi no mums. Может быть, не росли возле религиозной среды. Нау аугуш тада религиозная виде. И мы даже не знали изначально, что мы согрешили, что мы неправильно живём. Un mēs pat sākotnē nezinājām, ka mēs nedzīvojam pareizi, kad mēs vispār grēkojam. И поэтому. Un tāpēc. Иисус. Jēzus. И Бог. Dievs. Ему есть за что нас осудить. Viņam ir par ko mums. Каждого из нас. Katru no mums. Я и ты. Грешники. Es un tu mēs esam grēcinieki. Мы согрешили. Mēs esam grēkojuši. И мы лишили славы Божьей, мы отделились от него. Un mums bija liegta Dieva godība. Но вот красота Евангелия, красота отношения Бога к нам. Bet šeit ir evaņģēlijas skaistums un skaistums, kā Dievs attiecas pret mums. Что это не цель Божья. Ka tas nav Dieva mērķis. У него нет цели осудить тебя или меня. Viņam nav mērķis notiesāt tevi vai mani. И вот это радость даёт. Un tas dod prieku. Потому что не зря часто вслух упоминают, что вот Бог что, какой-то дедушка, сидящий на небе, который хочет всем надавать. Jo ir tāds priekšstats, ka Dievs ir kaut kāds vecētiņš mākoņos un grib visiem sadot. Нет. Nē. И вот цель Viņa mērķis, наоборот, помочь нам. Ir tieši otrādi palīdzēt. Посмотрите, mums. Как в Евангелии от Иоанна, 3 главе, в 17 стихе говорит об этом Иисус. Kā Jēzus saka Jāņa 3:17 par to. Он говорит: Бог послал сына в мир не за тем, чтобы осудить мир, но чтобы спасти мир через него. Jo Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābta. Поэтому Иисус говорит этой женщине. Un tāpēc Jēzus saka šai sievietei. Я не осуждаю тебя. Es netiesāju tevi. Я не осуждаю тебя. Es netiesāju tevi. И почему Иисус может так сказать? Un kāpēc Jēzus tā saka? Почему он может сказать: я не осуждаю тебя? Kāpēc Jēzus var pateikt, es arī tevi nepazudinu? Если закон Божий осуждает нас. Ja Dieva likums mūs pazudina. Пришёл закон, показал, что мы грешники. Atnāca likums un parādīja mums, ka mēs esam grēcinieki. Мы знаем, что последствия греха это смерть. Mēs zinām, ka grēka alga ir nāve. А Иисус говорит: я не осуждаю тебя. Bet Jēzus saka: es netiesāju tevi. А мы знаем, что Бог справедливый. Un mēs zinām arī to, ka Dievs ir taisnīgs. И мы знаем, что Бог праведный. Un Dievs ir taisns. И он воздаёт людям по их делам. Un viņš atmaksā cilvēkiem pēc viņu darbiem. И за преступление есть наказание. Un par noziegumiem ir samaksa. Поэтому первая основу я и хочу чётко подчеркнуть для каждого из нас. Tāpēc šis pirmais pamats, ko es gribu pasvītrot katram no mums. Что мы согрешили. Ka mēs esam sagrēkojuši. Мы грешники. Mēs esam grēcinieki. Мы отделены от Бога. Mēs esam atdalīti no Dieva. И Божий гнев готовится излиться на эту землю. Un Dieva dusmas tiks izlietas uz šo pasauli. Но. Bet. Не на тех. Bet ne uz tiem. Кто идёт к Богу. Kurš nāk pie Dieva. И не на тех, кто хочет быть с Богом. Un ne par tiem, kuri vēlās būt ar Dievu. Представьте, в суде мы сидим. Iztēloties, ka mēs sēžam tiesā. И судья такой. Un tiesnesis. Я тебя отпускаю.
Es tev palaižu brīvībā. Tu ubil tam savu ženu, ja tebe atpuskāju. Tu esi nogalinājis piemēram savu sievu, es tev palaižu brīvībā. Ты обокрал банк на миллионы, я тебя прощаю. Es apzagu banku par miljonu, es tev laižu vaļā. Мы бы злились, если бы такого видели. Mēs dusmotos, ja mēs tādu. Мы бы сказали, что этот судья, он, ну, что-то с ним не так. Mēs teiktu, ka tam tiesnesim kaut kas nav kārtībā. Итак, почему Иисус говорит ей просто: "Я не осуждаю тебя"? Tātad, kāpēc Jēzus viņai saka tā vienkārši un tieši: "Es nepazudinu tevi"? Давайте прочитаем Исаия 53 главу. Izlasīsim Jesaja 53. Glavu, 53. Nodaļu, kuri mnogi iz nas znājūt. Daudz no mums zina šo rakstvietu. Tam jēs očiņi važnīja slavā dļa nas. Un tur ir ļoti interesanti vārdi priekš mums. Tas 3. po 6. stih. No 3. līdz 6. pantam. Riečs idot ab Isusi. Tur tiek runāts par Jēzu. On byl prizrjon i atvernut ļuďmi. Čelovek skarbej, znakomij s nemošju. Как тот, от кого прячут лица, он был презираем, и мы ни во что не ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Мы же думали, разит его Бог за грехи его, бьет его, вот он и мучается. А он был изранен за наши грехи, сокрушаем за наши беззакония. Он понес наказание, чтобы мы получили мир, и ранами его мы исцелились». Все мы, как овцы, сбились с пути, каждый из нас пошел своей дорогой, но на него Господь возложил все грехи наши. Taisni otrādi viņš bija nicināts, labāk ļaudis no viņa vairījās vīrs, kam nebija sveša sāpes un kas bija norūdīts ciešanās, tāds, kuru priekšā aizklāja vaigu, tā nicināts, ka mēs viņu ne par ko neturējām. Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ, mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam, mums par atpestīšanu, ar viņa brūcē mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā avis, ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet tas kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam. Kak pozdē apostol Pavel dabavīt, vēlāk apostols Pāvils pieliks, što Bog zdēlal Isusa, klā to, ka Dievs padarīja Jēzu bezgriešnava, bezgrēcīgu, un nezdēlal ni adnavo grēha. Viņš nav izdarījis nevienu grēku. On zdēlal Isusa grēhom, viņš padarīja Jēzu par grēku, štoby my s vami, lai mēs ar jums stali pravidnostju Božiju, kļūtu par Dieva taisnību. Это просто аллилуйя. Vienkārši аллилуйя. Да, давайте Богу славу воздадим просто в этом моменте. Вот почему Лука пец. Никому из нас. Nevienam no mums. Никому из тех, кто онлайн смотрит. Nevienam no tiem, kas skatās tieši. Никому из тех, с кем мы общаемся о Евангелии. Nevienam no tiem, ar ko mēs runājam par evaņģēliju. Не нужно думать. Mēs nedrīkstam domāt. И говорить. Un runāt. Что мы слишком грешные для церкви. Ka mēs esam pārāk grēcīgi priekš Что мы слишком грешные для Бога. Ka mēs esam pārāk grēcīgi priekš Dieva. Некоторые люди так говорят: "Я слишком грешен". Cits cilvēks saka, es esmu pārāk grēcīgs. Tā mēs visi slīškam grēšnī. Mēs visi esam grēcīgi. Все. Visi. Нету, чем мы можем похвалиться с вами. Nav nekas tāds, ar ko mēs paši varētu lielīties. Мы все отделились от Бога. Mēs visi bijām tikām atdalīti no Dieva. Все жили во грехах. Visi ir dzīvojuši grēkos. И те, кто сегодня Un tas, kurš šodien находится с Богом, atrodas kopā ar Dievu, живёт в святости, dzīvo svētumā, живёт этим процессом исцеления, освящения, dzīvo šajā dziedināšanas procesā. Это потому, что Бог взял нас, tas ir tāpēc, ka Dievs paņēma mūs, и вывел из тьмы в чудный свой свет. Viņš vienkārši izcēla mūs no tumsas un ieveda mūs savā gaismā. А так мы бы бродили там же. Tā mēs arī klejotu turpat. Но Бог вытащил нас. Bet Dievs viņš izrāva mūs. И он хочет вытащить тебя, если ты еще не спасен. Un viņš vēlās glābt arī tevi, ja tu vēl neesi glābts. Он хочет помочь тебе. Viņš vēlās palīdzēt tev. Потому что грех, в котором ты живешь. Jo grēks, kurā tu dzīvo. Грехи, в которых мы живем. Грехи, kuros mēs dzīvojam. Они не имеют такой ценности. Tie nav tik vērtīgi. И даже нельзя сравнить. Tos pat nevar salīdzināt. С Божьим сыном, которого нам дал Бог. Ar Dieva dēlu, kuru Dievs mums ir devis.
И Бог взял нашу с вами вину. Un Dievs paņēma mūsu vainu. И положил её на Иисуса. Un paņēma, uzlika to uz Jēzu. И на кресте Иисус. Un pie krusta Jēzus. Забрал мои и твои грехи. Paņēma manus un tavus grēkus. Давайте прочитаем ещё одно место Писания. Izlasīsim vēl vienu rakstvietu. Это послание римлянам. Ромеям. Вообще это очень богатое послание и очень основательное насчёт Евангелия. Vispār tas ir tāds pamatīgs vēstījums par evaņģēliju. Evaņģēlija tā хорошая новость. Evaņģēlijas tas tā ir labā ziņa. Tā радостная новость отношений Бога с человеком. Priecīgs ziņa par Dieva attiecībām ar cilvēku. И я очень ободряю тебя. Es ļoti tevi iedrošinu. Может быть, ты немного знаешь об этом? Varbūt tu nedaudz par to zini. Но тебе интересно? Bet tev ir interesanti. Углубись в книгу Рим, послание римлянам. Tad iedziļinies romiešu vēstulē. Знаете, человек учится всему. Cilvēks iemācās. Математики там, профессии. Iemācās dažādas lietas, matemātiku, kādu profesiju apgūst. Как сделать всё красиво дома? Kā izveidot visu tā skaisti mājās? Как что работает? Kā viss strādā? Какие там звёзды есть и так далее. Kādas tur zvaigznes debesīs un tā tālāk. И когда заходит вопрос о Боге, Un tad, kad sākās jautājums par Dievu, не хочу. Ай, nevēlos. Ļā, у меня Господь в сердце. Dievs dzīvo manā sirsniņā. И вообще он во всей вселенной. Un vispār viņš ir visā visumā. В каждой песчинке. Katrā smiltī. И я часть Всевышнего. Un es vispār esmu daļa no Visuma. И мы все часть Всевышнего. Un mēs visi esam daļa no Tā. И люди где-то летают. Un cilvēki kaut kur lidinās. Математику точно надо знать. Matemātiku tiešām ir jāzina. А, Боги можно так прогуляться на пляже. Bet par Dievu, nu tā var pastaigāties pludmalē. Свистя на закате. Padomāt, svilpojot uz Самую важную вещь. Visvarīgāko. Самую интересную вещь. Visinteresantāko. Что за мир вообще нас окружает? Kāda pasaule vispār mums ir apkārt? Кто я такой? Kas es esmu? Почему мы есть вообще? Kāpēc mēs vispār eksistējam? Почему? Kāpēc? Я когда думаю вот о Боге. Kad domāju par Dievu. О теории эволюции там и так далее. Эволюцию теорию и так далее. Я думал сначала, может, взять какой-то сосуд. No sākuma domāju, varbūt paņemt kaut kādu trauku. Кинуть петарду. Iemest tur petardu. В церкви нельзя так делать, будет немножко громко. Draudzē to nevajag darīt, būs bišķi paskaļ. И взорвать этот сосуд. Vienkārši uzspridzināt to trauku. И может быть к концу моей проповеди. Un varbūt līdz manas svētums beigām. Зародится новая жизнь от этого взрыва. Varbūt no tā visa piedzims kāda jauna dzīvība. Люди хотят быть умными, логичными. Cilvēki grib būt tādi gudri, loģiski. Почему бы не углубиться в какие-то вопросы? Kāpēc gan lai neiedziļinātos jautājumos? Я честно скажу. Es godīgi pateikšu. Некоторые люди. Даже cilvēki. Учёные, атеисты. Zinātnieki, ateisti. Если бы мы сейчас с ними вот так беседовали? Ja mēs tā viens pret viens ar viņiem runātu. Они, ну, многие из них. Daudz no viņiem. Только если бы Дух Божий мне не дал какую-то сверхъестественную мудрость. Tikai, ja nu vienīgi Dieva gars man nedod kādu pārdabisku gudrību. Они бы меня в дискуссии могли выиграть. Они вини iespējams varētu diskusijā man vinnēt. Выиграть не в плане, что они правы. Ne jau tādā nozīmē, ka viņiem ir taisnība. А сказать какие-то аргументы. Bet iespējams pateikt kādus argumentus. На которых у меня бы не было ответа. Uz kuriem varbūt man nebūtu atbilde. И это заставляет меня задуматься, когда я думаю на эти темы. Tad, kad es par to pārdomāju, tas liek man aizdomāties. Кстати, поэтому нам нужны сильные апологеты в церкви. Да, тапец мums ir vajadzīgi spēcīgi apologēti draudzē. Может, ты следующий апологет в теле Христовом? Varbūt tu esi tas nākamais apologēts draudzes miesā. Тебе нужно углубиться в эти вопросы и помочь нам. Un tev vajag iedziļināties šajos jautājumos un palīdzēt mums. Но даже этот момент, что иногда какие-то сомнения и незнание, что ответить, Un pat tajos brīžos, kad kādreiz ir kādas šaubas un tu nezini, ko atbildēt. Не говорит мне о том, что Бога нет. Tas nerunā man par to, ka Dievs neeksistē. 200 лет назад наука считала одно. 200 gadus atpakaļ zinātne uzskatīja kādas vienas lietas. Сегодня они пришли к другому выводу. Šodien viņi ir atnākuši jau pie kādas citas secinājuma. Послезавтра они могут прийти к следующему. Un parīt var atkal kāds jauns rasties. И очень хорошо, что у нас есть наука. Ļoti labi, ka mums ir zinātne. И христианство само по себе. Un kristietība pat pēc sevis сделала очень много в истории человечества. Ir izdarījis ļoti daudz ko cilvēks vēsturē. Чтобы были школы
были институты и чтобы развивалась медицина и все остальное. О, лай būtu skolas, institūti un lai medicīna attīstītos. Христиане это не глупые люди, которые только, о, да, Бог есть и все остальное типа, ну, отвергаем. Kristieši nav kaut kādi dumji cilvēki, kas ir tikai Dievs un vispārējo noraida. Вообще Библия говорит, что безумец говорит в своём сердце, что Бога нет. Vispār Bībele saka, ka neprāti saka, ka savā sirdī, ka Dievs nav. Так что если мы говорим, что Бог есть, мы уже умные. Tātad, ja mēs sakam, ka Dievs ir, mēs jau esam gudri. Но я просто ободряю каждого из нас. Bet es iedrošinu katru no mums. Особенно тем, кто, может быть, приходят какие-то сомнения. И типаш tos, kuriem varbūt atnāk kādas šaubas. Изучай, вникай в вопросы. Mācies, iedziļinies jautājumos. Знаете, Иисус вот стоит с этой женщиной. Jēzus stāv ar to sievieti. И умные фарисеи сидят. Un sēž tādi gudri, stāv tādi gudri farizei. И такие, ну что, Иисус? Ну ко, Jēzu? Ее камнями побить? Viņu nomētāt ar akmeņiem? Закон же так говорит. Likums taču tā runā. Иисус стоит перед двумя, как бы, опасностями. Un Jēzus stāv tādi divi bīstami priekšā. Если он скажет, камнями не надо ее побивать. Ja viņš pateiks, nevajag viņus ist ar akmeņiem. Они такие, о, он против закона Божьего идет. Tad viņi teiks, о, viņš ir pret Dieva likumu. А если он скажет, да, побейте. Un ja viņš pateiks, jā, sitiet viņu ar akmeņiem. Они бы, наверное, такие римлянам, о, он пытается за вас, короче, суд тут вершить. Un viņi iespējams pateikt romiešiem, о, viņš jūsu vietā grib tiesu lemt. И люди так делают, ну, Un мы так делаем. Tā dara. И это не к осуждению, я могу так, мог бы так делать, это люди пытаются с Богом тоже что-то хитрить там и так далее. Citreiz cilvēki tā dara, viņi mēģina tā viltīgi kaut kā tā kā ar Dievu runāt. О, если Бог есть. О, ja Dievs ir. И начинается. Un sākās. Но Иисус умный. Bet Jēzus gudrs. Мудрый. И он говорит им, ну, кто из вас без греха? Первый бросил камень. Он сказал, ну, курш тут без юмс, курш ир без грака, первый Он не говорит, да, побивайте. Он не говорит, я И не говорит, нет, не надо побивать. Он не сказал, не, не вайяк. Сами разберитесь. Паши изламите. Вы же умные. Юс ты час от гудры. И я веду к тому, Un es vedu uz to, что Бог может тебе ответить на твой вопрос. Kad Dievs var tev atbildēt uz to jautājumu. Я и ты не умнее Творца нашего. Es un tu, mēs neesam gudrāki par mūsu radītāju. И люди могут пытаться Cilvēki mēdz, var un censties. Убрать Бога из культуры, убрать Бога из жизни и так далее. Истум Дев no культурс, no dzīves un tā tālāk. И кричать, что Бога нет или Бог умер. Un kliek, ka Dievs nav, Dievs ir nomirs. Но Бог есть. Bet Dievs ir. И Бог не умер. Un Dievs nav miris. И я ободряю тебя. Un es tevi iedrošinu. Искать эти ответы. Meklēt šīs atbildes. Дальше я еще скажу, но это вопрос не просто посещение церкви. Un tas nav jautājums par to, ka tu vienkārši apmeklē draudzi. И для нас это все не вопрос просто построения местного, ну, общины. Un priekš mums tas nav vienkārši kaut kāds jautājums, ka mēs savu tādu kopienu uzceļam. Это вопрос твоей и моей души. Tas ir jautājums par tavu un manu dvēseli. Это вопрос истины. Tas ir patiesības jautājums. Это вопрос мироздания, как все устроено. Tas ir jautājums par to, kā viss tika radīts. И это важно знать. Un to ir svarīgi zināt. Один вопрос дам, чтобы кто-то зажёгся и нашёл для нас ответ. Vien jautājumu tev uzdošu, lai kāds aizdegas un atrod atbildi priekš mums. Если бы Адам и Ева не согрешили. Ja Ādams un Ieva nesagrākotu. Смерть бы не пришла. Nāve neatnāktu. И получается, люди бы плодились и размножались. Tad cilvēki augļotos un vairotos. И через время. Un pēc laika. Нам бы не хватило места на земле. Mums pietrūktu vieta šeit virs zemes. Поэтому вопрос атеиста или вопрос рассуждающего человека. Tātad ateista jautājums vai cilvēku, kurš pārdomā, domā. Может ли быть наша жизнь без смерти? Vai var būt mūsu dzīve bez nāves? Да, поэтому поразмышляйте, кто хочет. Padomājiet, kurš vēlās. Римлянам 3 глава с 21 по 26 стих. Tātad romiešiem 3. Nodaļa. No 21. Līdz 28. Pantam. Только не теряйте веру после вопросов некоторых. Tikai pēc dažiem jautājumiem lūdzu nezaudējiet ticību. Мы знаем, что Бог есть, мы это видим в своей жизни. Mēs zinām, ka Dievs ir, un mēs to redzam savā dzīvē. И знаете, есть часто очень какие-то нюансы, вопросы, которые я обдумываю. Ir citreiz kāds nians, kādi jautājumi, ko es apdomāju. Но самое сильное внутри меня. Bet visspēcīgākais, kas ir manī.
Это мое свидетельство. Tā ir mana liecība. Мы недавно с Вероникой разговаривали. Mēs nesen ar Veroniku runājām. И она напоминала. Viņa atgādināja. Что мы победили. Ka mēs esam uzvarējuši. Кровью Агнца. Ar jēra asinīm. И словом свидетельства своего. Un ar savu mutes liecību. Когда я, ну, запутываюсь или начинаю шататься. Tad, kad es kaut kur nomaldos vai mani pamati sāk kustēties. Я вспоминаю. Es atceros, что сделал для меня Господь. Ko Dievs ir darījis priekš manis. Что он сделал внутри меня. Ko viņš ir darījis manī. И это не отнять у меня. Un to nevar neviens отнять. Я это пережил внутри себя. Es to esmu izdzīvojis sevī. Это реальность. Tā realitāte. Которая повлияла на мою жизнь. Kura ietekmēja manu dzīvi. И я вижу и знаю, что Христос жив. Un es zinu un redzu, ka Kristus ir dzīvs. Что он есть. Ka viņš ir. Что после того, как он умер за нас, tam, kad viņš nomira par mums, он на третий день воскрес, viņš trešajā dienā augšām cēlās, чтобы мы с вами жили вечно. Lai mēs spētu dzīvot mūžīgi. Но сейчас, Bet независимо tagad, от закона, neatkarīgi no likuma, Бог открывает людям ту праведность, о которой свидетельствуют законы и пророки. Bet tagad neatkarīgi no bauslības atklājusies Dieva taisnība, ko jau apliecina bauslība un pravieši. Праведность от Бога дается через веру всем, кто верит в Иисуса Христа. Šī Dieva taisnība dota ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic, jo tur nav nekādas starpības. Потому что нет различия. Ведь все согрешили и все лишились Божьей славы. Jo visi ir grēkojuši un visiem trūks Dievišķās godības. И все получают оправдание даром по благодати через искупление, совершенное Христом Иисусом. Bet Dievs savā žēlstībā tos taisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzu Kristu. Бог сделал его жертвой умилостивления в крови его для всех, кто верит. Viņu Dievs tiem, kas tic, nolīdz par grēka izpircēju. Бог пожелал проявить свою справедливость, простив грехи, совершенные в прежние века. Он долго терпел, чтобы сейчас, в наше время, показать свою праведность. Он сам праведен, и он оправдывает того, кто верит в Иисуса. Jo viņš piedot visus agrāk Dievišķās pacietības laikā nodarītos grēkus, lai tagadējā laikmetā parādītu savu taisnību, pats taisns būdams un taisnodams to, kas tic Jēzum. Итак, Tātad. Бог есть. Dievs ir. Мы можем это видеть в творении. Mēs to varam redzēt radībā. Мы можем это видеть в себе. Mēs to varam redzēt sevī. Наша земля, наш мир настолько тонко настроен. Mūsu zeme, pasaule ir tik tā kā smalki radīta. Что, как кто-то сказал, нужна вера, чтобы поверить, что это не кто-то сделал. Kāds ir teicis, tieši ir vajadzīga ticība, lai noticētu tam, ka to ir kāds cits radījis. И когда, допустим, вы в школе или в университете, Un tad, kad skolā vai universitātē изучаете предметы, mācāties kādus priekšmetus, которые связаны с тем, как из чего мы состоим, из чего земля состоит и так далее, kuri ir saistīti ar to, kā mēs esam radīti, kā zemē radīti. Вы просто посмотрите, jūs vienkārši apskatāties, насколько все мудро сделано. Cik ļoti tā gudri, ar tādu gudrību viss ir radīts. И все, что построил человек, Un visu, ko ir uzbūvējis cilvēks, все взято из природы. Viss ir ņemts no dabas. Мы работаем одними и теми же механизмами. Mēs strādājam ar vieniem tiem pašiem mehānismiem. И все настроено так, чтобы жизнь продолжалась. Un viss ir radīts tā, lai dzīvība turpinātos. И думать, что это все не разум создал, не личность. Un domāt, ka to nav radījusi kāda personība. Как-то нелогично для меня звучит. Priekš manis kaut kā neloģiski. Для тех, кто любит логику. Priekš tiem, kuram patīk logika. Так закон осуждает нас. Tātad likums notiesā mūs. И указывает на грех. Un uzrāda uz grēku. Но Бог оправдывает нас через веру в Его Сына Иисуса Христа. Bet Dievs attaisno mūs caur ticību uz Viņa dēlu Jēzu Kristu. Aleluja. Аллилуйя. Может быть, душа твоя неспокойна сейчас. Varbūt tava dvēsele nejūtās mierīgi šobrīd. И грехи тебя давят. Un grēki tevi nospiež. Но Христос сегодня спасение твое. Bet Kristus šodien ir tava glābšana. И наша надежда. Un mūsu cerība. Это Сын Божий. Ir Jēzus Kristus. Это совершенный человек. Ir
Viņš ir pilnīgs cilvēks. Образ Божий. Dieva tēls. Библия говорит, что в нём обитает, живёт вся полнота Божья. Bībele saka, ka viņā mājo visa Dieva pilnība. И он взял твой и мой грех на себя. Viņš ir paņēmis tavu un manu grēku uz sevi. И именно поэтому он мог посмотреть на эту женщину. Un tieši tāpēc viņš varēja uzlūkot šo sievieti. И сказать: "Я прощаю тебя". Un pateikt: "Es piedodu tev". Именно поэтому он протянул руку ко мне, к тебе, к тебе. Tieši tāpēc viņš ir parādījis savu roku tev un man. Не осуждающую. Roku, kas netiesā. Руку, которая помогает подняться. Bet roku, kas palīdz piecelties. И говорит: "Я не осуждаю тебя". Un saka: "Es netiesāju tevi". И вот когда мы копнули глубже, un tā, ka mēs esam rakuši dziļāk, мы знаем, что он не осуждает нас, mēs zinām, ka viņš netiesā mūs, потому что он взял наши грехи на себя. Jo viņš ir paņēmis savus grēkus, mūsu grēkus uz sevi. Бог наказал Иисуса вместо нас. Dievs, viņš ir tiesājis Jēzu mūsu dēļ. И апостол Павел говорит, un apostols Pāvils saka, если мы спаслись, примирились с Богом через Иисуса, ja mēs esam tikuši glābti, salīdzinājušies ar Dievu caur Kristu, конечно, мы избежим гнева Божьего. Protams, tad mēs izbēgsim Dieva dusmas. Я хочу ободрить нас, христиане. Un es gribu iedrošināt mūs, kristiešus. Кровь Иисуса Христа. Jēzus Kristus asins. Его жертва на кресте. Viņa upurs pie krusta. Она сильнее моего и твоего греха. Tas ir spēcīgāks par tavu un manu grēku. Он прощает нас. Viņš piedod mums. Он милует нас. Viņš apžēlos par mums. Жертва умилостивления. Viņš ir жалосердиības upurs. Милость даётся вместо суда. Жалосердиб tiek dota. Я должен быть осуждён. Man bija jābūt notiesātam. Потому что я не верил ему. Jo es neticēju viņam. Я был отделён от него. Es biju atdalīts no viņa. И я делал грехи. Un es darīju grēkus. Но вместо этого. Bet tai vietā. Милость была дана. Viņa žēlastība bija dota man. Иисус взял это на себя. Viņš to paņēma uz sevi. И поэтому тебе не нужно нести вину за твои грехи. Un tāpēc tev nav jānes šī vaina par taviem grēkiem. Не мучайся. Nemokies. Отпусти это и отдай Иисусу. Atlai to un atdod Kristum. И ты услышишь, как он скажет: "Я прощаю тебя". Un tu sadzirdēsi, kā viņš to saka: "Es piedodu tev". Теперь. Tagad. Когда мы узнали, kad mēs esam uzzinājuši, что нас было за что осудить, ka mūs bija par ko notiesāt, и что сделал Иисус, un ko ir izdarījis Kristus, с этой женщиной, ar šo sievieti, и что он делает с нами, un ko viņš dara ar mums, давайте посмотрим, paskatīsimies, последнюю фразу, которую говорит Иисус, pēdējo фразу, ko это saka важно Jēzus, для нас, tas ir svarīgi mums, грех разрушил наш мир, grēks ir iznīcinājis mūsu pasauli. И, знаете, некоторые люди говорят: "Цит человек сака. Я никого не убил". Es taču nevienu neesmu nogalinājis. Другие люди говорят: "Цити сака. Я не пью, не курю". Es taču nedzeru, nepīpēju. И мы как бы вот от одних вещей к другим. Mēs tā kā no vienām lietām uz otru, uz otru. Но как мы уже поняли, как мы сегодня читали? Bet kā mēs jau sapratām, kā mēs esam lasījuši? Много чего есть в списке Богу неугодных дел. Ir daudz, daudzas lietas sarakstā, kas Dievam nav tīkamas. Мы читали и ссоры, и зависть. Arī skaudība un ķildes. И также, если мы будем изучать Писание, мы найдем и непослушание родителям. Tāpat arī, ja mēs lasīsim rakstus, tur arī būs nepaklausība vecākiem. И воровство, и обман. Zādzība un meli. Много чего. Daudzas lietas. Много чего. Daudzas. И, сделав анализ, un analizējot, ты понимаешь, что все эти вещи разрушают человеческую жизнь. Tu saproti, ka visi šīs lietas tās iznīcina cilvēku dzīvi. У нас плохие отношения. Sliktas attiecības. Какой-то развал в жизни. Ir kaut kā tāda sabrucība dzīvē. Какие-то личные, ну, нестабильность личная и так kaut далее. Kaut kāda personīgā nestabilitāte. Часть всего из этого это грех, который живёт в нас. Daļa no tā visa ir grēks, kas dzīvo mūsos. Грех разрушил наш мир. Grēks, viņš iznīcināja mūsu pasauli. И он разрушает тебя и меня. Viņš turpina iznīcināt. Но Христос взял это на себя. Bet Kristus to paņēma uz sevi. И он сказал женщине. Un viņš teica tai sievietei. Я не осуждаю тебя. И я не осуждаю тебя. Arī es tevi nepazudinu. И продолжил. Un turpināja. Иди. Ej. И впредь не греши. Un negrēko vairs. Иди. Ej.
и впредь не греши. Un negrēko vairs. Апостол Петр в своей первой проповеди. Апостолс Петрs savā pirmajā svētrunā. Говорил Израилю: спасайтесь от этого развращенного рода, поколения. Teica, topat glābti no šīs netiklības, no šīs netiklās tautas. Давайте прочитаем послание Титу. Izlasīsim vēstuli Titam. Послание Титу, вторая глава. Otrā nodaļa. С 11 по 14 стих. No 11 līdz 14 pantam. Ведь явилась благодать Божья, спасительная для всех людей. Она отвергать безбожную жизнь и земные страсти, учит нас жить в этом мире благоразумно, праведно и благочестиво, ожидая осуществления блаженной надежды, славного пришествия великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Христос отдал Себя за нас, чтобы искупить нас от всех беззаконий и очистить нас, чтобы мы стали Его собственным народом, жаждущим делать добро. Jo ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem, audzinādama mūs, lai atsacīdamies no bezdievības un pasaulīgām iekārēm prātīgi, taisni un dievbīgi dzīvojam šinī laikā, gaidīdami svētlaimību, uz kuru ceram, un lielā Dieva un mūsu pestītāja Kristus Jēzus godības atspīdēšana. Viņš sevi par mums nodevis, lai atpestītu mūs no visas netaisnības un šķīstītu sev par savas saimas ļaudīm, dedzīgiem labos darbos. Amin. Amen. Благодать, которую мы получаем. Жалостив, kuru mēs saņemam. Учит нас новой жизни. Māca mūs dzīvot jaunu dzīvi. Благодать, которую мы получаем, даёт нам надежду. Жалостив, kuru mēs saņemam, dod mums cerību. Мы живём в нестабильное время. Mēs dzīvojam svārstīgā pasaulē, kur nav stabila. Мы на пороге развития, возможно, ещё большей войны. Iespējams, nākotnē mums sagaida vēl lielāks karu daudzums. Мы молимся, чтобы этого не было. Mēs lūdzam, lai tas nenotiek. Но смотрим на картину, которая происходит. Bet skatāmies uz to bildi, kur notiek. Мир нестабилен. Pasaule nav stabila. Как пастор Эрланд говорит. Kā mācītājs Эрланд saka. Мир как на пороховой бочке сейчас. Pasaule atrodas kā uz pulvera mucas. Кстати, вам всем привет от пастора Эрланда. Здравствуйте, всем всем приветствую от пастора Эрланда. Пастор Эрланд, если ты с нами онлайн, тебе тоже привет. Пастор Эрланд, то есть тешая дата вари приветствую. И Христос даёт нам надежду. Он Христос даёт нам cerību. Посреди мрака, посреди тьмы. Starp visu šo tumsu. И эта надежда больше того, что всё будет хорошо. Un šī cerība ir kaut kas vairāk par to, ka vienkārši viss būs labi. Где-то недавно фразу кто-то показывал. Nesen kāds rādīja frāzi. Нормально. Нормали. Уже не придёт. Нормали vairs neatnāk. Христос придёт. Kristus atnāk. И вот это наша надежда. Un tā ir mūsu cerība. Мир возможно больше не наладится, мы не знаем. Mēs nezinām, iespējams, pasaule vairs nekļūs labāka. Мы только видим разруху с разных сторон. Mēs tikai redzam, kā tiek kā nāk tāda iznīcība no dažādām pusēm. Где-то война. Kaut kur ir kari. Где-то наводнение очень сильное. Kaut kur ir plūdi ļoti spēcīgi. Где-то землетрясение. Kādās vietās ir zemestrīces. Где-то ещё что-то. Vēl kādas болезни vietas, какие-то. Slimības. Люди страдают. Cilvēki cieši. Людям плохо. Cilvēkiem ir slikti. Больно. Сапиг. И нам бывает в жизни, даже в развитых странах, больно, плохо и тяжело. Un mums arī pat attīstītajās valstīs citreiz ir slikti un sāpīgi. И я бы не сказал, что всё будет хорошо. Un es nevarētu pateikt, ka viss būs labi. И эта надежда, она слабоватая. Un tāda cerība ir tāda vāja cerība. Но знать, bet zināt, что скоро вернётся великий Бог.
kad drīz atnāks varenais Dievs, что скоро вернется наш Спаситель, kad drīz atgriezīsies mūsu glābējs, и у нас будет новая земля и новое небо, mums būs jaunas debesis un jauna zeme, и там не будет болезни, un tur nebūs slimības, не будет слез, tur nebūs asaru, не будет смерти, nebūs nāves, не будет горя, nebūs bēdas, не будем терять детей, mēs nezaudēsim bērnus, не будем ссориться с родителями, mēs nestrīdēsimies ar vecākiem, не будем унижать друг друга, mēs nepazemosim Никого не будут булить в школе. И все, 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 что мы можем перечислить. Вот это знать. Вот это сила. Вот это надежда. Вот это наш Христос. Который скоро придет. И вопрос мой каждому из нас. Есть ли у тебя эта надежда на Него? Полагается ли душа твоя на Христа? Спасен ли ты? Это важно. Это важно. Потому что христиане умирают сейчас. Кто-то под ракетами. Кто-то от гонений в других странах. Мы мучаемся каждый день. Tik mocīt katru dienu. Потому что наши страны сходят с ума. Jo mūsu valstis jūg prātā. Законы, которые они принимают, мучают нас. Tie likumi, ko viņi pieņem, nomoka mūs. Нам надо думать, как защитить себя, как защитить детей, как защитить церковь. Mums ir jādomā, kā pasargāt sevi, kā pasargāt bērnus, kā pasargāt draudzi. Но посреди всего этого. Bet tam visam pa vidu. Ярко. Ir ankurs. Как самый большой свет в мире. Ярко. Спилкти, спожи, как вислелака гайсма. Светит надежда. Спит цериба. Для тех, кто обратился ко Христу. Прекш тем, кас ир вэрсушес пе Христу. Для тех, кто примирился с Богом. Куш ир салидзнаяс, самернаяс И поэтому христиане Un тапэц кристиеши шли на смерть. Гая уз нави. С песней на устах. Ар славас дзесмам уз лупам. Прославляли Творца. Пагоднот радитая. Господь. Диос. Я к Тебе иду. Эс пе Теви сею. И поэтому христиане стояли перед царями. Un tāpēc kristieši stāvēja ķēniņu priekšā. И говорили, как я могу предать Христа? Un teica, kā es varu nodot Kristu? Он был верен мне всю жизнь. Viņš ir bijis man uzticams visu manu dzīvi. Как я могу своего Спасителя предать? Kā es varu nodot savu glābēju? И поэтому христиане. Un tāpēc kristieši. Когда им говорили принести богатство церкви. Kad viņiem teica atnes bagātības uz draudzi. Приводили людей из церкви туда. Veda cilvēkus uz draudzi. И говорили, нет большей драгоценности, чем души, в которых живет Христос. Nav lielākas bagātības, kā cilvēku dvēseles, kuros mājā Kristus. И я хочу спросить каждого из нас. Un es gribu uzdot jautājumu katram no mums. И особенно, если меня слышат те, кто не со Христом. Un it īpaši tie, kas dzīvo vēl, kas nedzīvo vēl ar Kristu. Разве тебе не хочется такой надежды? Vai tad tu nevēlies tādu cerību? Разве ты не хочешь жить? Вечно. Vai tad tu nevēlies dzīvot mūžīgi? Разве ты не хочешь посмотреть смерти в глаза? Vai tad tu nevēlies ieskatīties nāvei acīs? И по благодати Божьей. Un pēc Dieva dotās žēlastības. Пережить то, как страх уходит от тебя. Piedzīvot to, kā bailes aiziet. Во втором послании к Коринфянам. Otrā Korintiešiem. В пятой главе. Piektā nodaļa. С 8 по 10 стих. Ну, астота līdz 10 пантам. Есть такие слова. И тад варди. Зная это, мы спокойны и хотели бы уже покинув наши тела поселиться у Господа. Кто хотел бы уже Господа? Kurš vēlētos jau pie Kristus iet. Я говорю иногда бабушке Регине. Я её видел вроде, нет сегодня. Я говорю ей Es citreiz vecmāmiņā Regīnai saku. Бабушка, хочу домой уже. Es nesaku, vecmāmiņa, es gribu jau mājās. Она говорит, подожди, захотел. Pagaidi, sagribēja. Еще не все сделал. Vēl ne viss izdarījis. Еще не потрудился для Господа. Vēl neesi gana pūlējies. Так что ждем. Tātad трудимся. Pūlamies. Поэтому и цель наша. Самое лучшее, что у нас есть.
Labākais, kas mums ir. Нам дали самое лучшее, что нам нужно. Mums iedeva labāko, kas mums ir vajadzīgs. Это единственное, что у нас есть. Tas ir vienīgais, kas mums ir. Бог. Dievs. Христос. Kristus. И он говорит в 9 стихе. Un viņš saka 9. Pantā. Поэтому и цель наша делать то, чего хочет от нас Господь, будь мы в теле или вне его. Ведь всем нам предстоит явиться на суд Христа, и каждому будет дано по заслугам за его добрые или злые дела, которые он совершал, находясь в земном теле. Bet mēs turam drošu prātu un gribam labāk atstāt miesas mājokli un būt mājās pie sava kunga. Tāpēc vai pie tā kungu mājās būdami, vai vēl svešumā, mēs cenšamies, lai būtu viņam patīkami. Jo mums visiem jāparādās Kristus soģi krāsla priekšā, lai ik viens saņemtu, ko miesā būdams darīs, vai labu vai ļaunu. Brati, sestri, это не о том, спасены мы или нет. Brāļu un māsas, tas nav par to, vai mēs esam glābti vai nē. Это о том, что мы сделали для Христа и для Господа. Tas ir tagad vairāk par to, ko mēs esam izdarījuši paši priekš Kristus. И какую награду мы получим от него? Un kādu algu mēs saņemsim no viņa? И здесь я хочу ободрить нас с вами, кто верит во Христа. Un šeit es gribu iedrošināt mūs, tos, kas tic uz Kristu. Пусть эти слова ободрят нас. Lai šie vārdi iedrošina mūs. Иметь страх Божий. Ka mums ir bijība Dieva priekšā. Позволять благодати действовать в нас. Lai mēs ļaujam viņa žēlastībai darboties mūsos. Чтобы мы жили и трудились по воле Божьей. Lai mēs dzīvotu un darbotos pēc Dieva gribas. Мы как люди часто можем акценты ставить неправильные в жизни. Mēs kā cilvēki bieži varam likt kāds nepareizs akcentu savā dzīvē. Потому что суть не в том, чтобы мы просто, ну, посещали собрания наши. Jo nav tikai mērķis, lai mēs vienkārši nāktu uz sapulcēm. Есть некоторые люди, которые, ну, что-то произошло сегодня не с нами. Un ir kādas lietas, kas ir notikušas cilvēku dzīvēs, un tāpēc viņi šodien nav ar mums. И когда мы на эту тему с ними разговариваем, un tad, kad mēs runājam ar viņiem par šo tēmu, я никогда не ставлю как принцип или как главную цель, что тебе нужно приходить на собрание. Es nekad nelieku kā galveno tādu pašmērķi, ka tev jānāk uz dievkalpojumiem. Это не тот акцент. Tas nav tas akcents. То есть Библия говорит: не оставляйте собрания вашего. Jā, Bībele saka: neatstājiet jūsu sapulces. Но я имею в виду, что у человека внутри что-то есть. Bet es runāju par to, ka cilvēkam iekšēnē kaut kas ir. Какая-то ситуация произошла, что мешает сегодня мне с тобой общаться. Ir notikusi kaut kāda situācija, kas liedz man ar tevi šodien sarunāties. И Божья цель не просто, чтобы мы физически сидели в церкви. Un Dieva mērķis nav vienkārši, ka mēs fiziski sēdētu baznīcā. Потому что ты можешь сидеть слушать. Jo tu vari sēdēt vienkārši klausīties. А внутри умирать. Bet iekšēji mirt. Потому что ты закапываешь то, что внутри. Jo tu vienkārši aproci to, kas ir iekšienē. Но Бог так не оставляет это со своими детьми. Bet Dievs to tā neatstāj ar saviem bērniem. Ты хочешь убежать. Tu gribi aizmukt. Я хочу убежать иногда. Es citreiz gribu aizmukt. Но Бог копнет глубже. Bet Dievs viņš raks dziļāk. Бог покажет тебе. Dievs parādīs tev, skaties. Вот что не так. Lūk, kas ir ne tā. И он покажет тебе. Un viņš tev to parādīs. Я хочу исцелить тебя. Un pateiks, es gribu dziedināt to. Я хочу дать тебе жизнь. Es gribu dot tev dzīvību. Ты убегаешь от людей, ты убегаешь от церкви. Tu mūc prom no cilvēkiem, no draudzes. Но суть-то не в этом. Bet būtība taču nav tajā. Суть в том, bet būtība ir tajā, что Бог хочет спасти нас, kad Dievs vēlās mūs glābt. И как мы читали, чтобы мы возрастали, учились жить по-новому. Un kā ir rakstīts, lai mēs pieaugtu un sāktu dzīvot no jauna, mācītos dzīvot no Поэтому jauna. Поэтому я, как человек, могу тебе иногда сказать, слушай, приходи в церковь. Tāpēc es tev kā cilvēks vienkārši citreiz varu pateikt, klausies, nāc uz baznīcu. А Бог, bet Dievs, может прийти и сказать тебе. Dievs var atnākt pie tevis un pateikt. Открой мне свою поломанность. Atklāj, atver man savu salauzt. Открой мне своё сердце. Atver man savu sirdi. Я знаю, что ты надломлен. Es zinu, ka tu esi salauzts. Я знаю, что ты разочарован. Es zinu, ka tu esi vīlies. Я хочу, чтобы ты был в доме моём. Es gribu, es vēlos, lai tu esi manā namā. И мы не можем быть, ну, мы не приходим в церковь.
Mēs neatnākam uz baznīcu. Мы приходим на собрание. Mēs atnākam uz dievkalpojumu. Как церковь. Kā draudze. И Бог хочет, чтобы ты был частью церкви. Un Dievs vēlas, lai tu esi daļa no draudzes. И нету такого понимания, что я в сторонке сижу. Un nav tāds sapratnes, ka es sēžu maliņā. Всё происходит. Viss notiek. А я так в стороночке посмотрю просто. Tas ir tā maliņā, no maliņas palūkošos. Nē. Мы влияем друг на друга. Mēs ietekmējam viens otru. Мы одно в Господе. Mēs esam viens Dievā. Ты важен. Tu esi svarīgs. Твоё сердце важно. Tava sirds ir svarīga. Твоя жизнь важна. Tava dzīve ir svarīga. Твои эмоции важны. Tavas emocijas ir svarīgas. Грехи твои важны. Arī grēki, ko tu dari, ir Твои svarīgi. Твои победы важны. Tavas uzvaras ir svarīgas. Потому что когда в теле, tad, kad miesā, одна часть, один мизинец болит, viens mazais pirkstiņš sāp, тогда все тело болит. Tad visai miesai sāp. Поэтому нет такого, а, да ладно, я больше не пойду, что там, я не нужен. Jo nav tā, ka tu vienkārši domā, ai, es neiešu, es jau tur neesmu vajadzīgs. Нет, ты Nē, нужен. Tu esi vajadzīgs. И я нужен. Un es esmu vajadzīgs. И мы все нужны. Un mēs visi мы esam церковь, vajadzīgs. Часть церкви. Mēs esam daļa no draudzes. Я отдельно не церковь. Es viens pats neesmu draudze. И ты отдельно не церковь. Un arī tu viens pats neesi draudze. Мы вместе церковь. Kopā mēs esam Иисус draudze. Говорит, Un Jēzus saka, я создам церковь мою. Es izveidošu savu draudzi. И врата ада не одолеют ее. Un Elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Как мы читали в послании к Титу. Kā mēs lasījām vēstulē Titam. Что мы становимся частью народа Божьего. Ka mēs kļūstam par daļu no Dieva tautas. Народ Божий. Dieva tauta. Мы с вами Божий народ. Mēs esam Dieva tauta. И те из нас, кто еще не является частью Божьего народа. Un tie no mums, kas vēl nav daļa no Dieva tautas. Бог сегодня зовет тебя. Dievs šodien sauc tevi. Ты с нами онлайн или ты с нами тут. Vai tu esi šeit vai tiešraidē. Последнее местописание. Un pēdējā rakstvieta. И мы будем молиться. Un mēs lūksim. Откровение 20 глава. Atklāsmes grāmata 20. Nodaļa. Откровение 20 глава. Atklāsmes 20. С 11 по 14 стих. No 11. Līdz 14. Pantam. Затем я увидел огромный белый престол и сидящего на нем. От его присутствия скрылись земля и небо, но им не нашлось места. Я видел мертвых, великих и малых. Они стояли перед престолом и перед раскрытыми книгами. Потом была раскрыта еще одна книга, книга жизни. Мертвые были судимы по их делам, согласно тому, что было записано в книгах. Море отдало мертвецов, бывших в нем, и смерть, и ад отдали своих мертвых, что были в них. И каждый был судим по своим делам. Затем смерть и ад были брошены в огненное озеро. Огненное озеро – это вторая смерть. Чье имя не было найдено записанным в книге жизни, тот был брошен в огненное озеро. Tad es redzēju lielu baltu goda krēslu un to, kas tanī sēdēja, un viņa vaiga Un viņa vaiga bēga zeme un debes, un tiem nebija, kur palikt. Es redzēju mirušos, lielos un mazos, stāvam goda krēsla priekšā, un grāmatas tika atvērtas. Tika atvērta vēl cita grāmata, tā ir dzīvības grāmata. Mirušie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās, pēc viņa darbiem. Jūra atdeva savus mirušos, nāve un viņas valstība atdeva savus mirušos, un tie tika tiesāti, ik viens pēc viņa darbiem. Arī nāvi un nāves valstību iemeta uguns jūrā. Šī ir otrā nāve, uguns jūra. Я не знаю, что писал в тот день Иисус на песке. Es nezinu, ko tajā dienā rakstīja Jēzus. И есть разные красивые предположения у богословов, отцов церкви. Un ir daudz tādas skaisti, tādas nojautas, ko ticīgi ir domājuši par to. Но что мы точно знаем? Bet tas, ko mēs tiešām zinām. Что если наше имя? Ka, ja mūsu vārds, давайте скажем, если мое имя. Pasaki, ja mans vārds, каждого лично. Katrs personīgi. Здесь уже личный вопрос. Šeit jau ir personīgs jautājums. Если мое имя.
Ja mans vārds не будет записано в книге жизни. Netiks ierakstīts dzīvības grāmatā. Я не буду вечной жизни с Господом. Es nevarēšu būt mūžīgi ar Kristu. Потому что я этого не хотел. Jo es to nevēlējos. Потому что я выбрал другой путь. Jo es izvēlējos citu ceļu. И если ты, может быть, как эта женщина сегодня. Un ja šodien tu esi kā šī sieviete. Родился в христианской среде. Tu esi uzaudz kristīgā vidē. Ты рос. Tu esi audzis. И что-то пошатнуло тебя. Un kaut kas ir tevi sašķobis. И ты оказался там, где ты не хотел быть, возможно. Un tu esi atradies tur, kur tu nevēlējies iespējams nokļūt un būt. И сегодня, слушая это, un šodien klausoties šo, тебя, возможно, слово Божье касается. Iespējams, Dieva vārds aizskar tevi. Я сейчас хочу призвать тебя для молитвы. Tad es gribu aicināt šodien tevi uz lūkšanu. Я хочу призвать, ну, несколько, скажем, сфер назвать. Es gribētu nosaukt dažas sfēras. Если ты слушаешь всё это. Ja tu klausoties šo visu. Ты здесь или ты, может быть, онлайн это слушаешь или будешь слушать? Ты šeit vai onlainā vai tu pēc tam klausīsies? Хочешь обратиться к Богу? Un tu vēlies vērsties pie Dieva. Если вера пришла в твое сердце. Ja ticība ir nonākusi tavā sirdī. Если тебе нужно покаяться перед Богом. Ja tev ir jānožēlo Dievu priekšā. Или, может быть, ты разочаровался в Боге и вере. Un varbūt tu esi vīlies Dievā un ticībā. И из-за этого начал грешить. Un dēļ tā sāki grēkot. Я тоже зову тебя, позову тебя выйти. Es arī tevi saukšu priekšā. Также вы можете молиться на своих местах или кто онлайн нас смотрит. Vai arī jūs varat lūgt savās vietās vai tie, kas skatās tiešraidē tur. Но хочу просто ободрить каждого из нас. Bet gribu iedrošināt katru. Задать себе этот вопрос. Uzdot sev šo jautājumu. Верю ли я? Vai es ticu? Если Христос в моём сердце? Vai Kristus mājo manā sirdī? Есть ли надежда? Vai man ir cerība? Знаете, есть христиане, которые уже много раз пробовали. Ir kristieši, kas daudz reizi jau ir mēģinājuši. Или пробовали один раз, но основательно. Ir mēģinājuši vienu reizi, bet tā pamatīgi. И сегодня они могут сказать, знаешь, Славик, я уже всё это пробовал. Un šodien viņi var tā pateikt, zini, Slavik, es visu jau to esmu izmēģinājis. То я хочу сказать сегодня. Tomēr es vēlos pateikt šodien. Многие из нас уже пробовали. Daudz no mums ir mēģinājuši. Piecelsimies. Многие из нас разочаровывались. Daudz no mums ir vīlušies kaut kur. Но есть что-то особенное. Bet ir kaut kas īpašs. В силе Христа. Kristus spēkā. Есть что-то особенное в его силе исцелять. Ir kaut kas īpašs viņa spēkā dziedināt. Есть что-то особенное в его силе восстанавливать. Ir kaut kas īpašs viņa spēkā atjaunot. Ты пробовал. Tu esi mēģinājis. Ты не смог. Un nevarēsi. Позволь Христу это сделать. Tad ļauj Kristum to izdarīt. Позволь Богу это сделать. Ļauj Dievam to izdarīt. Это его работа для нас. Tas ir viņa darbs. Я очень прошу каждого из нас. Un es ļoti lūdzu katru no mums. Очень прошу. Ļoti lūdzu. Я не хочу давить или играть на эмоциях. Es negribu spiest uz jūtām. Но я хочу тебя серьёзно и просто пригласить. Bet es gribu tā nopietni tevi uzaicināt. Если ты хочешь и тебе нужно обратиться к Господу. Ja tu vēlies un tu zini, ka tev ir nepieciešams vērsties pie Dieva. В молитве и в покаянии. Лукшена он грак ножала. В обновлении. Atjaunošanā. Выходи сюда вперёд, и мы вместе с тобой помолимся. Tad lūdzu nāc priekšā, mēs kopā ar tevi lūksim. Мы будем молиться. Mēs lūksim. И просить Бога изменить твою жизнь. Un lūksim, lai Dievs maina tavu dzīvi. Также те, кто онлайн нас смотрит. Tāpat arī tie, kas skatās mūs tiešraidē. Вы можете написать нам. Jūs varat uzrakstīt mums. И мы с вами свяжемся. Un mēs ar jums sazināsimies. Вы можете молиться с нами. Jūs varat lūgt ar mums kopā. Сейчас, когда мы будем молиться. Tagad, kad mēs lūksim. Но я очень хочу ободрить каждого из нас. Bet es ļoti gribu iedrošināt katru no mums. Это решение. Tas ir lēmums.